рады влиться в эту единую реку хвалы и поклонения в это рождественское время. Мы знаем, что декабрь, зима — это самое темное время года. Действительно, как не прекрасно то, что в это темное время года мы празднуем праздник света, праздник Хануки. Потому что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты есть истинный свет, который пришел на эту землю. И действительно, декабрь — темный месяц. Зима — темное время, самые долгие ночи, самые короткие дни. Но параллельно с этим зима — это самое светлое время. Особенно, когда выпадает снег, когда все искрится вот в этих снежинках и лучах солнца, убеляется земля. И Писание говорит, что Господь, Он убеляет нас, одевает на нас одежды праведные и убеляет, как снег, все наши грехи. Поэтому сегодня мы благодарны Богу, мы благодарны Христу, который пришел, чтобы мы имели свет жизни. И наша хвала, наше поклонение для Него, для того, чтобы мы могли зажечь каждую свечу свою в своем сердце, свечу, которая будет гореть всегда, потому что Он — свет жизни. Господь, прими сегодня нашу хвалу, прими сегодня наше поклонение. Пусть, Господь, вся земля наполняется славой Твоей. Пусть хор ангелов на небесах сливается с хором церкви, с хором всех, кто знает Тебя, Господь. Пусть единый поток молитвы и поклонения протекает с запада на восток и с севера на юг. Каждый день мы ищем Тебя, мы жаждем Тебя, и мы призываем Тебя, наш Господь Спаситель. Thank you.
великий Господь. Хотим быть ближе к Тебе, Господь, дорогой. Аллилуйя. Слава Тебе. Thank you.
пророчество Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. И действительно, наш Господь Иисус Христос, Он пришел в этот мир и сказал: «Я свет». Пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не остался во тьме. И действительно, свет, когда Он светит во тьме, то хочется к Нему идти. Если вы когда-нибудь были в лесу, и стало темно, и вы не знали, куда идти, и вдруг где-то увидели огонек, горящий в чьем-то окошке, то единственный путь – это путь к этому окошечку, к этому свету. Поэтому сегодня, во время вот праздника Хануки, во время предшествия Рождества, хочется, чтобы на наших окошках горел свет, светильник, и чтобы в наших сердцах горел огонь Божий, чтобы мы были этими светильниками, чтобы, как в день Пятидесятницы, огонь Духа Святого явился на всех учениках, которые были единодушно вместе, и они понимали друг друга. Они, говорящие на разных языках, понимали друг друга, потому что Дух Святой объединил их. И сегодня Дух Святой объединяет все народы, живущие на земле. Все народы, говорящие на разных языках, объединяет Дух Святой. И этот огонь Духа Святого, он в Хануке, он в Рождестве, он в каждом доме, он в каждом сердце. Потому что Христос пришел, чтобы мы вышли из тьмы и пришли к Нему, в Его объятия, в Его любовь, в принятие друг друга, в прощение друг друга, в милость друг к другу. Поэтому пусть Господь наш прославляется, прославляется всегда и везде. На всяком месте возносится Ему хвала и поклонение, чтобы свет этой хвалы Он привлекал многих, которые сегодня еще во тьме. Пусть Господь благословит светом каждое сердце. И пусть каждый выйдет из этой тьмы к свету. Благослови, Господь, нас всех.
праздники добра, праздники света. Но бывает так, что в эти праздники кому-то очень плохо. Кто-то болеет, кому-то грустно, кто-то одинок. И поэтому Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». И я хочу молиться о том, чтобы все те люди, которые сегодня нуждаются вот в этом прикосновении Божьем, чтобы вот эта искорка Его света, Его любви коснулась их, может быть, ледяного или каменного сердца. Чтобы любовь Божья проникла туда, куда не проникает свет. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твой свет пронзил всякую тьму, которая есть в сердцах людей. Я прошу Тебя, чтобы Твоя искра света коснулась абсолютно каждого. Чтобы каждый мог сделать этот шаг навстречу Тебе. Шаг от тьмы к свету. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты пришел на эту землю, чтобы каждый, верующий в Тебя, не погиб, но имел жизнь вечную. Да будет Твой праздник в сердце каждого из нас. Да будет Твоя радость, Господь, наполнять сердца всех, кто вчера был, может быть, в самой глубокой депрессии или в какой-то трагедии или скорби. Но, Господи, есть всегда выход, потому что Ты пришел показать этот путь, чтобы каждый мог подняться с колен и воздать Тебе всю хвалу и всю честь и всю славу за то, что Ты велик и Твоя любовь велика. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Меня.
Тебе, о Господь, все богатства любви, милости. Моя защита, Бог моя скала, всем сердцем уповаю, надеюсь на тебя, не постарше. Со мною,
Восходит свет правды, благ он и милосерд и праведен. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, и в совете праведных, и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Дела Его рук — истина и суд, все заповеди Его верны. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты прославляешься сегодня по всей земле, что имя Твое, самое великое имя, и все больше и больше людей познают Тебя как своего Господа и Спасителя. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня день праздника, день торжества Твоего, потому что предрождественское время — это время чудес. И мы просим Тебя, Господь, являй свои чудеса в каждом народе, в каждом городе, в каждой семье, в каждом сердце, чтобы чудо Рождества Твоего, оно было личным для каждого. Чтобы мы могли сказать: да, я знаю того, кто родился, да, я знаю того, кто спас меня, да, я люблю его, потому что он Бог, он Творец, он Создатель всего, и он мой личный папочка. Мы благодарны Тебе, Отец, что Ты послал Сына Своего Единородного на эту землю, как младенца, для того, чтобы мы могли умолиться пред Тобою. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что в это Рождество и в этот праздник Хануки, которые слились в единый вот этот поток света, я благодарю Тебя, что вся земля наполняется славой Твоей, что вся земля, она полна славы Твоей. Пусть эта слава растекается, вот как реки по этой земле. Пусть эта слава наполняет эту землю и покрывает ее, как снег покрывает землю зимой. Пусть эта слава, Господь, дает плоды в жизни каждого из нас, когда весной распускаются деревья и цветут, и когда осенью происходит урожай. Пусть, Господи, будут все сезоны в жизни каждого из нас. Твои сезоны. Сезоны сеяния и жатвы. Сезоны радости и счастья. И поклонения Тебе, Господи. Мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим всех братьев, всех сестер, всех родных, близких. Благодарим всех, кто знает Тебя, за то, что мы можем соединяться вот в этой молитве. Можем соединяться в потоке хвалы у престола Твоей благодати. И Ты изливаешь каждому и милость, и благодать, и все дары, которые есть у Тебя. Потому что каждый из нас, он любим Тобою, Господь. Он возлюблен Тобой. И пусть действительно в это Рождество придет Твоя любовь абсолютно к каждому. Даже самому этому грешнику пусть явится Твоя любовь,
Пусть тот, кто даже не верит, что он может быть прощен, будет прощен и примет Твою любовь. Господи, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твой подарок всем нам, Твою жизнь, которая растеклась в каждом из нас сегодня. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Мир, дорогие, мир Божий, пусть наполняет ваши сердца. Мир, который превыше всякого нашего разумения, наполняет наши сердца и помышления, чтобы мы могли радоваться и торжествовать в Нем всегда, невзирая ни на какие обстоятельства, которые есть в нашей жизни. Потому что Он победил. Он победил все. И смерть, и грех, и болезнь. И дал нам все это как подарок. Поэтому спасибо. Спасибо Ему. И спасибо всем нам, что мы можем объединяться в любви и в вере к нашему Господу Иисусу Христу. Аллилуйя. Мы продолжим наше поклонение. Yeah.
Дорогие друзья, мы так рады присоединиться к этому марафону хвалы и поклонения. Мы так рады влиться в этот поток, который течет действительно с каждого народа к его престолу. И мы благодарны, что сегодня из Санкт-Петербурга мы могли послать частицу нашей любви из Церкви Союз Христиан, всем, кто будет смотреть и слушать вот этот удивительный поклоненческий марафон. Потому что Господь, Он живет в словословии народа Своего. И каждый, кто поклоняется Ему, он преображается в образ того, кому поклоняется. Поэтому пусть Божье преображение, пусть Божья любовь, пусть Божья радость, они действительно меняют нас изнутри, чтобы мы могли являть Его, нашего Бога, Творца, Спасителя, Господа Иисуса Христа. Всегда. Чтобы люди могли прочитывать нас, как письмо Христово. Поэтому пусть свет и мир и любовь наполняют ваши сердца, ваши дома, ваши церкви, ваши собрания. Господь, там, где вы находитесь. Я хочу сказать, что за бас-гитарой был пастор Дмитрий Поляков, пастор Церкви Союз Христиан. Я его супруга Анна. Электрогитара Дмитрий. Бэк-вокал Таня и Анна, барабанщик Евгений, акустическая гитара Ренат. За пультом у нас был Елисей, за камерой был Евгений и Александр. Все эти чудесные братья и сестры посылают вам привет из Санкт-Петербурга. И пусть любовь Божья течет дальше, до каждого дальнего уголка земли, до каждого отдельного человека, каждому, кто сегодня нуждается в этом. Пусть Бог благословит вас и наполнит вас всем, что вам нужно.